Ну что, ребята, мы продолжаем с вами проходить Metro Last Light. Собственно, остались мы с вами в прошлой серии здесь. И с ним мы прошли, посмотри обязательно, потому что узнаешь, почему здесь оказались вообще и что вообще происходит-то, да? Вот, если вообще не видел эту игру, посмотри в самом первом серии. Ссылочка все находится на плейлист, собственно, да, и подсказочка тоже. Там вверху справа есть такой кружочек беленький с воспитательным, знаком для буквы И. Там будет просто серия прикреплена и плейлист. Если, ну, смотришь телефон, а чуть ниже описание спускаешь, там, то, в принципе, то же самое, все. Прикуплена весь прошлой серии и плейлист с полным прожимом игры. Вот, интересно, очень интересно сейчас будет серийка, очень интересно. Мы с вами, собственно, по цели, да, ну, по заданию идем к ордену, да? Подняться на мост, найти переправу. Вот, ну, нам с тобой нужно добраться до полиса, собственно, поэтому это наша главная задача, поэтому... Услышать поудобно, давайте ответить, куда набрать тут кушать, начать пить или пить воды, при этом просмотр, мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Так, собственно, мы с тобой здесь, да, остановились. Что у нас здесь с тобой есть? Нам нужно с тобой на мост забраться. Хорошо, нам, скорее всего, идти прямо, да? Правильно понимаю? Добром по стелсу пройти, ладно. Это типа какие-то крысы, че не крысы, вот это я правильно понимаю. Крылатые красные, сильные. Да, он, видите, нам даже рентген показывает, дает рентген показывает, что да как. Смотри, их много. Спасибо. Только не спрыгивай, пожалуйста. Ой, все, пока, блядь. Побежали. А, беги нахуй! Успею, пожалуйста, пусть я успею. Успел. Успел. Ну, просто... Во. Ты один из черных, правильно понимаю? Чё тут делаешь, блядь, мразота? Все хорошо у тебя. Смотри, это один из черных, правильно понимаю? Это один из черных. Или мне кажется? Как будто бы. О, жесть. Давай зарядим с тобой еще быстренько фонарик-то. О, ну там какая-то комнатка есть. Давай там смотрим с твою комнату это все, да, собственно, потому что это крайне важно для нас. Скажешь, почему? Потому что лут. Бесплатный. А, точно я забыл. Чуть-чуть не забыл, ладно. У нас с тобой лут, собственно, да, но здесь нет ничего, ладно. А вот это тоже банк. Банк. Так, здесь пока ничего. Ой, как хорошо нам дают. Так, заметка 2. Мост. Заметка 1. Но я остался человеком. Я боялся быть другим, боялся оказаться ненормальным. Я один был свободен от их влияния, но из-за этого лишь подозревал в себе спящего агента, чудовищ. Моя память вытеснила ту встречу с черным. Зверь во мне проснулся и сажал человека. Я вышел на поверхность сиротой, а вернулся в метро перворожденным сыном. Я должен был наладить связь между людьми и ангелами, но вместо этого навел на них ракеты.
Выжил лишь один черный, и вот теперь он стоит передо мной. Ребенок, сирота. Один во всем мире. Круг замкнулся. Да уж. Мы где-то пропустили метку. Там, что ли? Ну, погнали. Давайте мы... А, что это я не могу? Где-то здесь, что ли? Где-то здесь, что ли, это... Мы все пропустили. Или я что-то... путаю. А, вот здесь может быть, кстати. Да, видишь? Мы сюда сюда спустились, видишь, там звук такой специальный был, и экран чуть такой вспышки сделался. Ну, короче, не хочет, ладно. Ёпта. Что здесь произошло, собственно? Подожди, но я не верю, что мы сразу за лутом спустились чисто. Здесь явно что-то должно быть же, нет? Или я ошибаюсь? Нет, здесь ничего. Только лут. Но в плане вот этой... Я хочу найти эту заметку. Причем... Но где ее найти? Вот в чем вопрос, понимаешь? И можно ли ее здесь найти вообще, в принципе? Да ты здесь, может, где-то валяется, не знаю. Блин, это где-то должна в каком-то месте быть, как я понимаю. А, она понял, она там где-то. Ладно, хорошо. Она где-то вон там должна быть заметка. Где-то там должна быть заметка, но ладно, ладно. Где-то там, оттуда мы пришли. Ну ладно, let's go. Собственно, дальше. Одну заметку что пропустили, блин, жаль, жаль. А вот смотри, что еще. Смотри, что это. Воу. Да это жесть, что там такое. Я не верю, что нам сюда. Не, навряд ли нам сюда с тобой. Да, навряд ли нам с тобой сюда именно. Интересно очень. Получается, нам туда наверх, да? Да, получается, нам с тобой туда наверх. Погнали, чё. Бля. Что это, блядь? Кого, блядь? Что, блядь? Что такое вообще сейчас?
Что сейчас было, блядь? Иди, мразота, нахуй. Да. Что это за монстр оглушает просто? Все хорошо? Все хорошо или как? Или, ну, или пойдет? Да. Погнали дальше, что? Бля, да ну нахуй. Тварь! Иди отсюда, блядь. Короче, смотри, тут две разновидности. Так у меня это мужики, это типа женщины. Эти оглушают, а эти, видишь, бьют. Давай, 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 давай. Бан, нахуй. Ха-ха-ха-ха. Шо, шо, шо. Ну все, все. Тварь. Оглушать моя. Да. Нам очень надо 4. Нам не, нам не туда, все, ладно, нам не туда, нам с тобой вот сюда, я понимаю. Погнали наверх, че, погнали. То, о чем я думаю. Ну ты тварь, блядь. Вон еще одна, смотри, 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 смотришь. Блять, тварь! Ну все, ББ. Давай, 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 регень, 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 регень. Ну что, ты бибу пососал, да? Думал, все. Куда ты поползла, слышь, блять? Смотри, вон тварь поползла, смотри куда. А, нормально, то есть я в... То есть по ней урон вообще плохо, да, не проходит. Понятно, понятно. Нет, здесь больше вроде ничего такого нет. Да. Yeah.
Пизда. Я уведу его. Он большой, но глупый. Тоже верно. Крылатые очень быстрые. Устал. Но я работаю. Давай будь аккуратен, там только смотри. Эпизод. Патрон нету. Патронов больше нету. Только на калашик остались. Хорошо. Если хочешь сказать, ничего нету. Ладно, погнали. А вот прикольно, да, если я буду, ну, когда я буду монтировать серии вообще, в принципе, да, и эту, и другие, они записаны, ребята, что подряд, я записаны все серии подряд. Вот, вот будет прикольно, когда, если я увижу что-то такое, иногда что я пропустил. Дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Не знаю. Будет прикольно, если что-то пропустил. Это будет очень классно вообще. Вайбово будет. Минус вайб. Минус вайб будет. Так, ладно. Ладно, let's go. Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Так, ну, let's go, чё. Надеюсь, нам явно... Наверное, просто так дверь, ну ладно. И полетел. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Вот специально, да, вот специально вот. Мы идем в полис. Ну специально. Ну специально, ну понятно. Ладно, let's go. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Ну, специально, да, вот специально. Ну, понятно, понятно. Просто, смотри, она просто вот... Ты бежишь вот так вот, и ты ее вот хер заметишь, вот так хер заметишь. Так. Так, хорошо.
Нам явно не сюда. А куда? Типа по вагонам походить? Я сомневаюсь. Вот сюда типа залезть. Да не залезешь. Может, а вон туда? Там люди. Боятся, что на них нападут, но не злые. Ебать. Ну, посмотрим. Кто такой? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з Полісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Ну, хоч з ким-то тірда. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10. Потім рушимо далі. О-о-о! А ну. Бери, дорогой. Такой патрон нигде больше нет, слушай. Дорогой, правда? Я тебе как кунаку скажу. Покупай, не пожалеешь. Ну ладно, нет, поверю, дорогой, поверю, поверю. Много набрал, да? Да. Давай, дорогой, я тебе патрон поменяю. Слушай, Кацо, выбирай, что хочешь. Весь патрон высший сорт, сам бы стрелял. На души, на души. Слушай, дорогой, скажи, что хочешь. Все есть. Ебать, ты сошел. Отличное оружие. Тебе подойдет. Четырки, 200. Пойди там. Вот это нам надо. Не подведет. Может, что подешевле возьмешь? Вам это ничего не надо. Если что, подходи, пока у нас привал. Ну, кальянчик, смотри. Подходи, парень. Сам понимаешь, всё успокоить не стану. Неоновая эта тема прикольно, прикольно. Только лучше. Неоновая эта тема прикольно. Подходи, не стесняйся. Сейчас давай перезарядим его. По факту я всю игру прохожу с одним оружием, хочешь сказать? Ну, почти с одним, ладно. Эх, Кацо, места нет совсем, слушай. На. Решки дай, хорошо слушай. Спасибо. От души, сау, сау. Так, так, стой, зарядим сейчас этот. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Прижал его! Кого, блять? Где люди? Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Никого.
Бля, такой идиотский мув сейчас был. Ой, блин. Да. Эти люди. Короче, изичные просил. Хотят убить. Изичные просил. Не знают, что мы уже здесь. Поехали, они изичные, максимально изичные. Их, ну, многовато. И тут нету. Никого. Иди отсюда. Внимание, противник! Где? Хм. Блять, смотри, стоит. Сейчас не вижу. Ищите. Если упустим, сорвем все задание. Мой помогает нам, помогает. Уходите, уходите. Ну что? У меня ничего. Точно из разведки. Хорошо прячется. Внимательнее смотрите. Товарищ лейтенант, а что мы здесь ищем? Да ничего особо не ищем. Приказали занять позицию, вот мы и занимаем. Целью перерезать коммуникации противника. Хотя какие тут коммуникации? Ну, караван, уходи. Никого! Труп! Все сюда! Тревога! Может, ушел? Ищем его! Вот же! Отвинули. Ищи. Не лезьте на рожон. Где же он? Что происходит? Смотри, просто, блядь, ну. Ну ладно. Ну что, пошли искать друг друга. Ага. Держите спины, а то как-то не очень. Сколько у нас там? 4 осталось. Может, ушел? Да, да, скорее всего. Ну все, ребятки, пососите вы бибу, блядь. Причем, когда я зашел, то только не увидели. Нормально, нормально. Так, ну что, у нас еще... Еще долго будет, да? Так, нам, в принципе, хватает, думаю, да? Да, в принципе, нам хватает с тобой еще. Ну, я говорил про фильтр. Про фильтр. Я видел такое у тебя. Полезное. Теперь понимаю, для чего. Спасибо. Принесу еще. Спасибо большое. Видишь, помогает. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Да, согласен. Спасибо огромное, что помогаешь. Гулаги! Ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще караван нагонит. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть!
Идем за ним. Не, не догоним, точно. Они давно уже ушли. Надо попробовать. Ну и чё нам так? До упора идти? Ты без разговорчиков давай. Приказано, делаем. Вперед. Все равно не догоним. На блюде. А ну скрылся, бестолочь! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде возить? Ну-ка повтори полученный приказ. Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Рейнджера в расход, твари взять! Ты смотри, не забыл! А где же тогда твоя скрытость? Или ты думаешь, что этот рейнджер как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Что-то мне не по себе как-то. Никаких не простого же шпиона ищем. А то тремя Паку Вадина. Понял? А да что такое? Ну, рейнджер. Ну и мы не пальцем деланы. Непростой это рейнджер. Слышал же, что наша группа поезд ганзейский захватила? Так вот, он один всю эту группу перебил. Да ну, брехня! Какой один? Если все, откуда слухи? Пара тяжело раненых осталась. Видно, времени у него добить нет. Такое рассказывают. Зверь, а не человек. Настоящий садист. Тогда да, надо поосторожнее. Разговорщики, смотрите там внимательно. Есть внимательно. Опять война. Вроде только что с фашистами замирились. И года не прошло. Ну а что делать? Склады, говорят, нашли с какими-то сумасшедшими запасами. Если их кто другой захватит, там крышка. А с чего это? Ну подумаешь, склады. Так там же, говорят, пушек, фроников, да патронов до военных на все метро. Вот вооружаться и попрут. А мы тут, значит, чтобы не попёр. Ну, молоток схватываешь. Что? Эй, убит! Тревога! Так. То ли почудилось, то ли есть кто. Найдём, обязательно! Тревога! Спокойно, товарищи! А тут? Ищем! Пошли! Эй, Контра! Вставайся! Гарантируем тебе суд по законам революционного времени! Мужики, вы потише. Ну, чего тут? Да вроде никого. Ничего, найдем. Мы не таких ловили.
Закройте! Я пустой! Проклятие! А, больно! Прижал! Ну, гад! В плен не брать! Я его прижал! Обходите! Пока! Как говорится, полустелс, полуэта. Полустелс, полуэта, блядь. Полухуй. К бою! У нас гости! Твою дивизию! Откуда? Да хрен его... Здесь тоже они. Черно-красные. Боятся тебя. И все равно хотят убить. Ебать. Ну и здесь прям... Вообще жесть, ребят. Да уж, бля, ну здесь по статусу будет очень сложно в плане того, что... Ну, в плане того, что не везде у меня, типа, нет ножей. Пизда. Чего анимация не сработала-то? Боятся тебя. И все равно хотят ебаный. Убить. Понял. Надо всех, да, тут? Сквозняк все же.
Так и простыть недолго. Внимание, мужики, что такое? Думаешь, кто-то там есть? Ну кто-то или что-то, не поймешь. Но лучше быть наготове. Отвернись. Стелсу просто, ребят, максимально по стелсу пытаюсь. Пройти все. А, там наверху еще. Надо наверху убрать челика. У меня ножей просто нет, видите, ножей нет, все. Отвернись. Тише, ребятки, тише. Ну видишь, надо звук, чтобы такой был, как нож, типа, на него он вытаскивает. А как мне обратно? Никак обратно уже не забираешься, все. Ну,
Ну поехали, ладно. Да. Ну я тебе. Куда ты бежишь-то, ёпта? Всё? Так бы, блядь, сразу нахуй. Так вот здесь вот, я его не понял, здесь видите, два челика этих было. Где он стоял? Здесь, да, где-то стоял. Ай, ладно, погнали, короче. Здесь надо тлюм, тлюм, тлюм. Пусть тлюмкает, погнали. Так. Ты его знаешь, и он тебя. Правда? Это? Здорово, лесничок! Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно, пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. А что это? Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Типа они все это устроили. Убил Рейнджера! Ты предал орден! Ты думал, это сойдет тебе с рук? Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты? Он как раз ее и тащил, да? Осуждаем. Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь... Кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Много показал, спасибо. Блин, это жесть. Вот мы узнали, о чем они тогда говорили. Не, оглушим, оглушим. Он очень плохой. Но ты прав. Убивать хуже. Да. Тайно разведать планы красных. Для возвращения использовать только вход на Красной площади. Повторяю. Использовать только вход на Красной площади.
Вон туда нам получается, да, сейчас? Ну, погнали ж. Так, давай смотрим вот это с тобой. Не просто же так нам открыто здесь. О! И все, ради этого? Это, конечно, неплохо. Но было бы неплохо еще кто патрончики. Патрончики буду, знаешь, закинуть. Было бы неплохо. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Здесь тени. Много. Не видят меня, не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Давай мы с тобой на этом закончим, собственно. Спасибо за просмотр. Такая серия была. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.